Ну ладно, мы тут как-то с черного хода чего-то заходим, потому что мы тут вообще заблудились. С той стороны заходим, я тебе говорю. Ну, с какой пошли, с какой. Sorry, is this Calvus? Я могу к Сергею. Сергей, привет. Calvus, how about sale? Yes. Amount each, please. По фунту каждый. Два, давай. Sorry. Okay. Two? Two. Thank you. Two. Okay. Okay. Ну ладно. Вот это все? Нет, это одно из зданий, вон там следующее. Это все. Ну так, книги снимаем. Это только первое. Хорошо. Говно это все. Три. Стоп, на этом столике можно не смотреть ничего. Ну ладно, тут как-то тесновато. Я не знаю, папа, чем они торгуют. Yeah, what sort of color do you think they'd be interested in? I've got a red. That's like a blue. Да, ну мусоришка, игрушечки. Ну правильно, новогодские. Ладно, давай тут. О. Ну что здесь? Что это мешало? Ну ладно, что-нибудь видишь интересненькое? Нет. Нет? Нет. Ну ладно, тогда пошли туда. Так. Очень удобно. Это только один холл. Подделки новые. Да, что? О. А это они всю PlayStation, наверное, продают. Это один джойпер не продается. А что, тебе лишняя PlayStation нужна? О, кстати. Состояние, правда, не очень у них. Excuse me, how much is one piece manga? I don't know, it's not my store. Oh, this is the lady's store. How much are the mangas? You can take 50 each. Oh, okay. Oh. One second. Right. It's in English, yeah? Yeah, my son has so many manga books. Oh, okay. I can even bring them for the researchers. Mm-hmm. Фунт 50 не нужно. Они по 50 пенсов каждая. Okay. Thanks. Так, это мне нужно куда-нибудь положить. Это не паровозики, это не машинки. О, Звездные войны. Чайник красивый, но он из... Чайник олова. Да тоже ничего. Знаешь, неплохой карбус. Что это такое? Скульптуры какие-то, как на Новый год. 4 фунта каждая. А что там? Ну так. Козеров. Ну что, это форейн? Наверное, не тот форейн. Не тот. Это что за вазочки? Порцелан. Не, не, не. Порцелан? Okay,
Да, в принципе. Они готовятся к Новому году, потому что тут же у них Крисмас 24-го. Mm-hmm. Значит, меньше, чем через месяц. Mm-hmm. Барабан. Это нет, это для PlayStation барабаны. Тут есть такие ритмовые игры, их называют. И это, в общем, это для PlayStation. Так, что тут? DVD, Ван Хелсинг. Ага, Sin City. А это что такое? Ведь это не то. Ладно, я пошел. Вот. Что-то они тут толкаются. Так, что тут? Я ничего не увидел. How much are PS3 games? £3. £3. Спасибо. Ты смотрел. Игры по 3 фунта, дороговато. Тем более, что недорогие. Если хорошие, а если они как меньше фунтов в Computer Exchange продаются, а тут, извините. Ладно. Все, это теперь обратно пошли. Да. Открытки. Лего Ниндзи. Ну-ну. Вот туалет. Пожалуйста. Ну ладно. Что тут? Может тушу есть. Может тушу есть. Набор. Это серебро или нет? Ну, как ты думаешь? 33 фунта. Ну, это не. Нет? Ну ладно. Что кто-то видел? Это для спичек. Для спичек. Эмаль. Угу. Красиво. Цену не будешь спрашивать, нет? Это 10 фунтов. Непонятное что-то. Да? Ничего интересного для себя. Ладно. Hello. Коллекционные машинки кучей. Ну, что ты тут увидел? It's a £1 a piece.
Каждая по фунту, папа. Ничего ты ржешь. Ну ладно. Что ты говорил? Совсем ничего, да? Ничего. Так, ну, женщина одна купила маленький принт очень красивый. Да, ну, жалко. Папа ушел. Куча открыток, неизвестно, кому нужна она. Ну. Там еще на улице чуть-чуть есть чего-то. Ну ладно, где ты теперь тут будем ходить? О. Вот это паровозики с лицами, вот это Thomas the Tank Engine у них, это тут классическая английская такая мультфильм. Дед Мороз. И куча DVD. Ничего сильно хорошего, правда, нету. Карбот. So, still £35 as last time? Better to do it for 30. Do it for 30. Mm. There was a London for 25 yesterday, but only yesterday. Really? Black Friday. Oh, yeah, just for Black Friday, yeah. Yeah. Did you buy one? No. Что это такое? Это не... Ладно. Нет, тут ни хрена. Не видно даже. А, инструмент. Ну это кому надо. Что ты тут, гитару смотришь? Да. У нас и есть гитара, только мы в нее играть не умеем. Чернила какие-то. Для... Ну много куча мелочей, ну что тут. Ты же внимательно посмотреть. Современный инструмент. Ну что ты тут, что-нибудь видишь? Опа, а тут смотри, бижутерия или что это? А, тебя что-нибудь тут интересует? Нет. Нет? Совсем? Современное. Все современное? И, по-моему, это Китай. Китай даже? О! Ладно. Совсем ничего не надо. Ну ладно, тут еще что-то есть. По-моему, нет. Пошли. О! Ну что? Все. Все.
Да. Так что, видишь, тут прилично. Только я не знаю, вот с какой стороны мы сошли. По-моему, вход там все-таки где-то. Мы же зашли с заднего входа. Как тут грязь месим. Ну. Картинки, пап. А я узнаю его. У нас ты камеи у него смотрел, но не купил, по-моему. И что он и тут? Это в принципе те же люди. Тыквы. Девушки тут заграли на столе альбомы со старыми фотографиями. Их интересует. Ну, кому что. Он фонарик классный купил. Да? Угу. А где? В руках держу. Поздно подошли. Это с монеткой, да, какая-то такая штука. 1711 года монетка в этой штуке, королева Анна. Ну, не золотая, а тебе золотая нужна рыбка. Что-нибудь видел интересненькое? Ну, не. Пипенес. В прошлый раз, только они тут что-то они ушли, отошли. Что тут я должен делать теперь? А я не знаю. Это они? По-моему, они. Может, они не, те, что кто-то ближе стоял. Ладно, с играми швах, конечно. Вейдер. А это же Вейдер, это же он даже на выборы ходил. Да. Да, это те люди, по-моему, что камин покупаем. Hello. Did you get any more cameos? No, not this week. It's nearly almost the same what I had. Okay. Thank you. Камей больше, новых нет, к сожалению, говорят. У него почти то же, что с прошлой недели сейчас. О, игрушечки. Мы оттуда вышли. Но я хочу дойти до конца вот этой штуки, чтобы потом туда уже идти. О, тренажерчик. Это жир сбрасывать. Ну и что это? Непонятно, из чего это. Ладно. Тут так. Всякая всячина. Ай.
Да. Тебе... Что люди страдают? Не знаю. Вот стоят? Я не знаю, папа. Но тут, да тут не холодно, папа. Это в тени холодно. Нет. Очень. Тебе магнитные шашки не нужны, не? Нет. Тут. Сюда хочешь? Ну ладно, пошли сюда. О, это что, трансформер? Это Гарику понравилось. 7-1 робот. Что, 2 фунта? Слушай, может купить робота, а? Гарику. Ой, слушай, это шикарный подарок Гарри будет на день, на Новый год. Вот, все. Я сейчас тут пройду и куплю. Слушай, мелочи вообще мне дай. А, ладно, спасибо. Одна, чего? Это? Это книжка. А, Watership Down, это про то, как зайчики там куда-то убегали. Хорошая книга, папа. Немножко старенькая. K9 на радиоуправление. Это маленький роботик из Доктора Ху. Собачка. Он радиоуправляемый K9. Класс. Да. Sorry, how much is the remote control K9? Thank you, not bad. Okay. 25 фунтов робот. Монетки это не то. Лупа хорошая. Да, вот это лупа. Грязненькая какая-то, но. Она какого размера? Да ничего. Ладно. Что это за стеклянное? Это я заберу. Заберу? Пойди спроси. Excuse me, how much is this? Let's find out. I'm sorry about this. В общем, она ничего не знает, она все спрашивает. Четыре фунта. Четыре. Ну что скажешь? За 3 попросим. Надо. Возьми свои 2 тогда. А все потом пусть тебе на игрушку. Ну что, 20 давай. Не знаю. Excuse me, 3 pound okay? Okay, yeah. Окей, давай, я тебе дам 2 фунта тогда. Подожди, куда у меня 2 фунта делось? Не знаю. Вот. Завернуть есть во что? Не надо. Наверное, в кармашек положишь. Ну хорошо. Хорошо, еще. Ну смотри, смотри. О, no, that's okay, that's fine. Yeah, we're cool. Как тебе вот этот слоник из... Это Soapstone. Soapstone, да. Это такой же материал. Да. Машинка. Даже непонятно, что за машина. Тут, по-моему, тут машинка, ну ладно. Карта чего-то. А, это что-то локальное. Middlesex. Ну классно. Первый раз вижу карбут сейл на гальке. О, ты когда-нибудь видел на гальке карбут? На гальке никогда не видел. На травке часто, а вот на гальке никогда. Эй, папочка, иди сюда. Что это? Это дешево. Да? Надо понимать. Ладно. Ладно, тут будем смотреть. Хрусталь.
Ну да. Дальше. Что это такое? Это такая... Что для фотографий? Для фотографий. Да. Ну ладно. Это что? Роэль Альберт, Питер Рэббит, это по Беатрикс Поттер фигурка. Она тут известная писательница, это я не знаю что. Тут WGR, West Germany. И, ну ладно, хватит, стеничек. Аж ничего. Ну, коробочки ты любишь, я знаю. Ну, я ж не могу. Молоток. Молоток, это, ну, ты догадался, к чему, да? Угу. Коробки повыше. Холодное оружие. Он ключик внутри даже есть, видишь? Прекрасно. Ладно, это для бумаг каких-то, для писем. Ну, хорош. Пошли. Ну, хоть тебе даже это открыть надо, да, папа? Сейчас сюда. Ну, ладно. Чего ты тут нашел? Ничего. Много всего, но только акварели. О, не знаю. Акварели много. Ладно, я дальше пойду. Стоят и мерзнут. Карты какие-то. Плохо очень покупают. Идем. Не, тебя это не интересует. Так. DVD и Blu-ray. Ну ладно, я пошел. Ну нет. Ты говоришь, что ты хуже Карбута не видел. Я вчера видел хуже Карбут. Ладно. Вот это и вот то еще. Где? Ну вон. Или ты... там ничего там нет. Даже идти не надо, да? Да. Ну давай тут тогда посмотрим. И будем закругляться. А, вот этот козел. Сейчас. А, я мимо его. А я возле него даже останавливаться не собираюсь. Что это такое? Ну-ну. Так, я не понял вообще, что это тут продается. Что-то непонятное. Карандашики. Ладно, мы тут были или нет? Шли на выход. Ну, в общем, Карбут не очень, конечно. Папе ничего не понравилось. Ну, я, конечно, купил себе тут японских комиксов, так, три книжечки такие, они по 10 фунтов вообще, ну, а я по 50 пенсов взял. Состояние так, ничего, ну. Ну, еще подарок другу, вот этого робота на солнечных батарейках. Так,
Он, кстати, новый. Такой в магазине фунтов 15 стоит, а я взял за 2. Так что, да. Но папа сказал, что это самый худший карбук сейл, на котором он когда-либо был. До него еще так тяжело добираться. Не то, что он далеко, он, кстати, недалеко. Он примерно на таком же расстоянии, как и тот же в Ройслипе. Но кучу пересадок приходится делать. Следующее воскресенье эта барахолка карбук будет в Ройслипе. Там нам уже привычно, а сюда мы, скорее всего, вряд ли придем. Ну, с вами был Андрюха Обыватель. До скорых встреч. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.